Стройки Магадана посетил глава региона Сергей Носов. В списке проверки объекты реализации национальных проектов, государственных и региональных программ. От кольца 31-го квартала до набережной реки Магаданки укладывают новый асфальт, благоустраивают прилегающую территорию, высаживают газон. К подрядчикам были замечания по скорости работы, однако специалисты обещают сдать объект в срок. Мы идем с опережением графика. Работы выполнены по устройству тротуаров, по установке бордюрного камня тротуарного и по устройству дорожного бордюрного камня. Сделан демонтаж асфальтобетонного покрытия и уложен выравнивающий слой первой половины. Сейчас идет демонтаж у нас асфальтобетонного покрытия второй половины. Когда планируете закончить? Планируем закончить, где-то к 20-му, к концу августа. Продолжается строительство бассейна на улице Октябрьской. Все основные детали комплекса построены. В данный момент здесь проводят коммуникации, выполняют отделочные работы. Работы ведутся по фасаду, по наружным сетям, отопление, водоснабжение, канализации. Ведутся работы по кровле, ведутся работы по бассейнам, маленькой чаше и большой чаше. И мы закончим строительство 25 ноября в срок. Глава региона оценил ход работ на участке берегоукрепления в бухте Нагаева. Напомним, после схода берега по дороге в морской торговый порт сделали одностороннее движение. В прошлом году вдоль пляжа установили сваи, чтобы устранить сход грунта около портового шоссе. Компания обанкротилась, строительство остановилось. Сейчас на этом участке работает новый подрядчик. Приступили к работе. Идут изготовленные металлоконструкции, трубошпунт. Поэтому объем 274 миллиона, а подрядчик конкретно свой. Параллельно он сейчас помогает в работах на пирсе. Ну, видите, забивает там трубы. Значит, с подходом трубошпунта работа капра переместится в сторону Мамонта. Бассейн Октябрьская школа в снежном берегоукреплении со стороны парка «Маяк», ФОК «Президентский», пирс в бухте Нагаева, кванториум, бассейн в поселке Ола и детский сад в третьем микрорайоне. В 2020 году в Магадане отремонтируют 8 дворов, 3 крупных участка автомобильных дорог и возведут новые значимые для города объекты. Некоторые из них сдадут в срок уже в конце этого года, остальные в течение 2 лет.